переди ехать, это. Не хватало еще этого, честно, так еле держится. Так, еще одна гадина, кажется, недалеко. Да не торопи ты меня. Давай, молчи меня. Все, готово. Здесь проехать теперь тяжеловато. Что нифига не видно. Так, лучше, конечно. А, блин. Андрюк отъехал-то от меня. Так, где? Да что ж с вами делать, ёпрста? Ай, вертолёт захват, это хрен. Да, сейчас в самом начале что ли делать, не знаю. Ох ты, какая сложная месть все-таки это оказалось. Надо быстрее приезжать на храм. А быстрее обещать ее на. Хотя бы на целых хотя бы. Ладно, уж прорвемся как-нибудь. Готово. А сама машина сама главная цела. Еще одна готова. Так, быстрее торопиться, пока они там уничтожит нахрен машину-то. Охренеть, говоря, проедет прям. Че любое препятствие приезжает. Где этот гадин, эти две штуковины вылезающие? Пусть посложнее будет, ее просто немножко придется. Где они? Отлично, готово. О, сокоса. Че, готова одна? Так, ну что, далеко быстрее так. Вместе, конечно, мы быстро завалим всех. Ну что там, будут они ехать? Надо, конечно, где-нибудь остановить сейчас. Фу, слава богу, ты. Вот месть хотя бы сохраняет. Ну что, мы поехали? Что там дальше, в другую сторону шли, идти, что ли? Давай быстрее, что ли, там. Охо-охо. Да уж, мелкая такая-то лезет. Так, ладно. В виде зомбаков, непонятно, мутан. Хотя это не зомбаки, это вообще не понятно, что такое. Даже на каким-то вирусом люди. Так, где они? А, они что, поехали в другую сторону? Блин,
Черт, а? Ну ладно. Быстрее надо гнать, пока они что-то... Слишком их быстро оторвались-то. Ненадолго отвлекся, они туда доехали. Ух ты! Еще одни те паяны пасти из... Ох! Сколько это вылезает, а? Нифига себе. В общем, спешим туда. А то там еле-еле справляется, черт. Кажется, всех развалили. Тихо, тихо, да вы там не... Блин, застряли все. Ой-ой-ой, она держит, охренеть. Чуть-чуть осталось продержаться машине этой. Она... А, все уже, доехали. Фу, слава богу. Принял сигму, отлично. Да, доехали, довезли. И там миссия, наверное, заканчивается, как я думаю. Возможно, да. Хотя еще нет, видимо. Так, а нет, все, миссия выполнена. Что ж, миссия была, конечно, такая же нудная, как предыдущая, даже сложнее, чем два раза. Но мы справились, самое главное, в общем-то. На этом, думаю, закончим это, в общем-то, прохождение. Продолжим следующую серию. В следующей серии будем проходить следующую миссию. Всякую, в общем-то, узнаем, как будет следующий, посмотрим. Это пока там закончим, в общем-то, увидимся в следующей части. Всем удачи, всем удачи, Dark Space 96 и пока.